свыше 150 человек получили ранения, и двое погибли в результате прохождения мощного тайфуна Нанмадол. В Японии, сообщают местные СМИ. Один мужчина скончался после того, как его дом был разрушен оползнем. Тело другого погибшего было извлечено из затопленного автомобиля. Один человек числился пропавшим без вести в префектуре Хиросима. По данным правительства префектур, на которые обрушился тайфун, по меньшей мере 151 человек получили ранения, как сообщила японская компания. В Кюшу более 350 тысяч домов остаются без электричества.